конкурса в номинации «Лучшие предприятия сельского хозяйства» на сцену приглашается главный федеральный инспектор по Брянской области Афанасий Дмитриевич Киселев и депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентин Владимирович Суббот. Подведя итоги, жюри приняло решение, что третье место в конкурсе присудить главе ИП ГК ФХ Гасумовой Гульминат, Выгонический район. Аплодисменты. Победитель конкурса вручается грамота Смоленской ярмарки 2017 и памятный подарок. Второе место присудить ярмарки 2017 и памятный подарок. О, новый путь! Брянский район, где вы? Ну, а первое место занимает колхоз «Прогресс», Клинцовский район.